26 комфортных школ активно строят в Алматинской области. С ходом строительства одной из них ознакомился депутат Мажилиса, член фракции партии «Аманат» Максим Рожин. Строительство образовательного учреждения в Красавицком районе на 1500 мест планируется завершить до конца года. В новом учебном заведении будут созданы все условия для получения качественного образования. Здание будет оснащено современным оборудованием. Общая стоимость школы составляет 6,6 миллиардов тенге. Как отметил народный избранник, внутреннее оснащение объектов образования будет собрано из материалов казахстанского производства в цехе, зарекомендованном на рынке страны. Отмечу, в рамках областной предвыборной программы партии «Аманат» на 2023-2027 годы в Алматы планируется построить 53 комфортные школы, что позволит решить проблему трехсменного обучения. В целом, этот проект реализуется по всей стране. За два года в рамках проекта «Комфортная школа» планируется ввести в эксплуатацию 369 школ по всей стране. Из них 217 в этом году. И в целях поддержки отечественных предпринимателей мы делаем закуп мебельной продукции исключительно у отечественных производителей.